Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Зомби Цунами, и нам нужно умереть в третьей дыре. Раз дыра. Ищем третью. О, спасибо. Так, ребята, вторая дыра, и нужно в третьей. А вот и третья дыра, нужно нам падать всем. Есть, хорошо. Ачивочку мы выполнили. Так, теперь нам нужно включить 7 зеленых светофоров и летать драконом нужно. Хорошо. Так, светофорчики и летать. Так, а вот и светофорчик. Первый наш. Ну, главное здесь летать драконом 16 секунд. Так, ладно. Ищем бонусный ящик. И надеюсь, нам выпадет дракон. 16 секунд. Это достаточно-таки продолжительное время. Надо нам мифичку другую взять. Которая добавляет еще на 5 секунд. Ладно, не успели мы. Не успели, но ничего страшного. Так, светофор. А, сколько там светофоров-то надо включить-то, алло. 5 светофоров. А, все, 7 светофоров. А, вот дракон. Так, летаем. 16 секунд. 16 секунд. Не знаю. 16 секунд летаем или нет еще? Это ж получается, мы летаем. Во! Да, выполнили ачивку. Успели пролетать эти все 16 секунд за первый раз. За один раз. Хорош, хорош. Это что получается? Да, мы две ачивки сделали, хорошо. Там еще первая ачивка, надо по времени играть. После 20.00. Но вчера я играл после 20.00. Ничего не сработало. Не знаю, каких 20.00, по какому курсу. По какому, по московскому времени или там. По новосибирскому времени, не знаю, непонятно. Ладно. Сегодня еще раз попробую сыграть. Если получится, то получится. Если нет, то будем ее деньгами просто выкупать. Эту ачивку. Ой-ой-ой-ой, провалились, как мы все. Ладно. Так, давайте заберем экспресса из слизи угря. Опачки, и мы открыли, ребята, новый эпизод разблокировали. Хорошо. Хорошо. Так, умрите в тоннеле номер 2. И еще прыгнуть нужно 95 раз. Офигеть. Хорошо. А, туннель номер 2 нужно умереть. Туннель номер 2. Магазин, заходим. И вид Гималайи. Все, это что, у нас все уже открылось, гималайчики, да? Хорош. А, вот еще бонус расширенный. Повысите мощность бонуса на 10 секунд. На 5 секунд, пройдя в магазин. Давайте купим. Ух ты. Так, все, мы этот бонус увеличили. Так, ну и все, поехали играть. А, прыгать надо, ё-моё. Да. 90 раз прыгать. Офигеть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Здесь. Понятно, долго надо будет прыгать нам. Ладно, будем прыгать всю игру. Как сумасшедшие. Да, ну, в принципе, само так напрягать можно, обязательно так и не прыгать. Ты же играешь и прыгаешь. Так, надо... А что там надо было в туннеле номер 2? Умрите в туннеле номер 2. А как? А это туннель считается или нет? Сейчас проверим. Нет? Так, ладно. Играем дальше. А сколько прыжки засчитываются? Да. Умрите в туннеле номер 2. Ладно, сейчас мы принципиально в туннеле номер 2 будем умирать. А что делать? Куда деваться?
Как раз мы сейчас допрыгаем до этого туннеля. Все, просто прыгаем. Где там второй туннель? А, ну вот, вот в этом туннеле надо умереть. А как ты здесь умрешь? Здесь уже Гималаи открываются. Да. Знаешь, надо максимально... Надо одним, короче, чуваком бегать. Так, ну все, 95 раз попрыгали. А в туннеле мы не умерли. Да. А вот и наши Гималаи, ребята, новая карта. Мы ее видим воочию. Какой-то зомбарь один зашел на гору с флагом зомби. То бишь они тут весь мир поработили, зомбаки. Интересно, интересно. А, но я хочу ачивку получить, и в тоннеле номер 2 еще умереть надо. Да. Так, умрите от удара вертолета. Так, а надо полностью умереть. Получается, так. Ладно. От удара вертолета. Ё-моё. Так, а зачем я съел прохожего? Мне нужно как можно меньше, чтобы прохожие были. Не успела прыгнуть, прикинь. Да что ты будешь делать? Ладно, еще раз. Так, настрою. Так, все, этих не едим. Больше прохожих. Монетки можно забирать. Но больше никого не едим. Не надо нам кушать их. Только они будут мешать нам. Умирать в этом самом. О, все, я один сейчас. Теперь мне нужно умереть в проходе. Нет, не едим. Ждем туннель. Как раз я одним зомбаком бегаю. Нет, не ешь его, пожалуйста. Хорошо. Так, ну вот, туннель номер 2. Теперь здесь мне нужно умереть. А, ну да, так тоже считается. Все. Умерли в тоннеле. А тебе нужно умереть от удара вертолета. До синьки результата 27 мозгов еще. Либо 27 мозгов мы собираем, либо... Ну давай, собираем 27 мозгов. И потом еще от вертолета умрем. Сразу сейчас прохожего съедаем. Ой, спасибо, спасибо. Птичка, лучше вот это на первом автомобильчике бы сделала бы. Так было бы куда лучше. Так, сколько нам там мозгов-то надо? 27. А когда эти вертолеты наступят, интересно? Ух ты! Так, все. Ждем вертолета. Вот, я буду одним чуваком бегать. Мне нужен вертолет. А, фиг, я умру от вертолета. Гигантикус. С гигантикусом я буду сейчас все уничтожать. Вертолеты где-то, кстати, в середине игры находятся. Поэтому смысла нету большого. Так, ну, я не знаю, когда они эти вертолеты наступят. Главное, чтобы птичка еще не сработала на вертолет. Так, а мне нужно... Во! Давай, вертолет! Вертолет, давай сюда. Так, ладно. Ох ты, взорвался, да как так? Ладно, сейчас мы поменяем в магазине птичку. Вот этого уберем. И оденем другую. Вот это вот оденем. Все. А вот это у нас тоже что-то делает. Ну ладно. Оставим ее. Оставим прежнюю.
Так, у нас там мозги еще нужно, да, съесть? Ладно. Сейчас покушаем. А потом тут можно будет и назад вернуть. Сколько там мы мозгов-то вообще съели? Достигните результата 27 мозгов. А-а-а, это за одну игру нужно достигнуть 27 мозгов. А-а-а. Хорошо. За одну игру, так бы и сразу сказали бы. 27 мозгов. Пока что 9 у нас мозгов. Так, потребите, хорошо. Да, видишь, скорость маленькая. Пока скорость маленькая у нас. Вот уже 15 мозгов у нас. Так, чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. О, автобус. Так, двое тут будет в автобусе. Хотя сидит обычно 3 человека. А дают 2. Так, 27. 21 есть. Ну, 6 мозгов съесть, это немного. Сейчас едим. Вот, еще один автобус. Еще 2. Еще 2. Вот, хорошо. Это что у нас? Балун. О, я его не люблю. Этот балун. Так, ну все, сейчас... Да, достигли мы 27 мозгов. Хорош. Мы даже 27 людей сейчас достигли. Да, может быть и нет. Не, уже точно нет. Это очень сложно. Хотя 27 чуваков-то немного. О, самолет. А ты заметил, что вообще этот вертолетов нет? Я заметил. Ни одного вертолета не было. Офигеть. Машинки, да. А вот и вертолет. Но мы не умерли. Потому что у нас слишком много было. Давай, рожай, роди, пожалуйста. О, да, молодец. Молодчинка. Теперь нам нужно от вертолета как-то умереть. А! Давай, вертолет сюда. Пожалуйста. Вертолетик. Ну где ты там? Я буду ждать вертолет. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто это? Ниндзя. Ну ниндзя, кстати, от вертолета умирает тоже. Ниндзя от вертолета тоже умирает. Только надо дождаться вертолетика. Так, толпу я пропускаю. Да ё-моё, где вертолеты? Где вертолеты, пожалуйста? О! О! А чё нас двое-то, алло? Блин. Куда вы беретесь? А, еще умер, блин. Жесть. Ладно. Умереть от вертолета не получилось. Так, сыграйте 92 бонусных секунды. Ага, ладно. 92 бонусных секунды. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.